Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал Shop and Show, рубрика «Мода». Я ее ведущая Ольга и... Полина, здравствуйте, уважаемые телезрители! Оль, скажи мне, пожалуйста, вот ты уже что-то подобрала себе на осень? Обувь какую-то удобную и комфортную? Нет, Полиночка, у меня с этим большие проблемы, у меня большие запросы. И я никак не могу подобрать себе ту самую универсальную обувь, которая подходила бы под любую расцветку моего осеннего наряда, под любую сумочку. Это очень сложно сделать. Оль, на самом деле я знаю, что тебе подарить. Вот такие великолепные полусапоги на каблуке Марии. Действительно, это фантастика, представлены они в двух цветовых решениях, в двух вариантах. Это вот такой красивый коричневый с более теплым коричневым, да, темный коричневый со светлым коричневым. Да. И вот как у Ольги в черном исполнении. Причем, что я хочу отметить, уважаемые телезрительницы, что в данных полусапогах у нас одинаковая колодка. Оля, разреши, пожалуйста, я сейчас продемонстрирую. Вот посмотрите, пожалуйста, вы видите, что абсолютно одинаковая у нас колодочка. Только отличаются модели, и ведь это не случайно, потому что, во-первых, это разное цветовое решение, ну да. И, конечно же, для разной ноги. Ну да, и... конечно, но еще хотела бы обратить внимание телезрителей, высота каблука здесь 5 сантиметров. Я думаю, что это идеальная высота, чтобы вы чувствовали себя абсолютно грациозными в этой замечательной обуви Марии. И я бы предлагаю вызвать нашу модель, чтобы она продемонстрировала, как грациозна она в этой обуви. Причем я хочу отметить, Оль, пока наша Алена модель выходит, я хочу отметить, что этот каблук очень устойчивый. Вы, уважаемые дамы, будете себя чувствовать, несмотря на то, что это обувь на каблуке, очень комфортно. Ну вот появилась наша Алена, вот посмотрите, она сейчас здорово комбинирует, в данном случае, вот такой вот коричневые сапоги, коричневые полусапоги с пончо и с лосинами. Почему бы и нет, это замечательное сочетание, очень удачный вариант. Удачный, и подходит отличный, и как на выход, так и для обыкновенных прогулок. Ты знаешь, мне кажется, эта обувь подходит не только вот под лосины, под брючки, и под юбочку будет смотреться, конечно, просто идеально. Конечно, потому что... За счет небольшого каблучка элегантного. Да, ну и, конечно, из-за того, что все-таки это полусапоги, мне кажется, что ножку можно тоже продемонстрировать, показать. И становитесь, конечно, обладательницами таких великолепных полусапог на каблуке Мари. И давай бы более детально, может быть, рассматривать, конечно, наши сапоги. Спасибо большое, Алена. Спасибо, Аленочка, ты великолепна в Мари. Ну а мы давайте рассмотрим с вами, дорогие телезрители, из чего сделаны наши полусапожки. Это искусственная кожа, но мы давно уже знаем, что искусственная кожа, Оль. Полина, она более неприхотлива. Совершенно и вообще, верно. В отличие от натуральной кожи. И смотри, Оль, какое количество усилий, во-первых, и, конечно же, какая затратность в именно кожаной обуви. Да, поэтому, в уходе. Конечно же, здесь... В этом случае именно искусственная кожа здесь выигрышна, потому что здесь не нужно какого-то дополнительного, во-первых, трат дополнительных по уходу за такой обувью, ну и, конечно же, здесь просто достаточно провести влажной губкой, да, или какой-то влажной тряпочкой, и ваша обувь в первозданном виде. Да, действительно, эта кожа, искусственная кожа, во многом превосходит натуральную кожу, это факт. Да, причем я даже больше тебе скажу, что здесь, вот я сейчас, трогаю нашу искусственную кожу, поверьте мне, уважаемые телезрительницы, потрясающее ощущение, потому что действительно от натуральной кожи практически не отличишь. А я даже знаю, что она зачастую превосходит по своим показателям именно натуральную кожу. Вот сколько у вас может задержаться, обувь из искусственной кожи? Ну, наверное, максимум один сезон. Здесь вы можете, конечно, носить очень долго. Конечно. Ну, а давайте, дорогие телезрители, заглянем вовнутрь. Что же там находится? А здесь вот есть вот такая утепленная подкладочка, которая отдаленно напоминает байку, я бы сказала, да? А я вам больше того. Я вам сейчас продемонстрирую стельку, уважаемые телезрители. Вот посмотрите, у нас красивая съемная стелечка. И я сейчас провожу по ней рукой. Если бы я могла передать сейчас все свои ощущения, поверьте мне, здесь действительно очень приятный на ощупь материал.
Вот такая баечка, правильно сказала, да, Ольга. И она не только доставляет, конечно же, комфорт, вы можете всегда просушить эту стельку, но она еще и, конечно же, водоотталкивающий эффект. Да, она впитывает влагу. Тем более, что цена на эту замечательную модель Мари всего лишь 2190 рублей. Это цена премьеры, это значит, что вы эту обувь сможете приобрести только в течение нескольких дней за такую низкую стоимость. Пишите, звоните. Я даже больше скажу, да, телефон, видите, на своем экране, задавайте любые интересующие вас вопросы. Ну, а я, конечно, хочу продемонстрировать вам молнию, потому что наши полусапоги немножко отличаются в своих цветовых решениях. Да, это тоже надо заметить. Вот здесь вот в коричневом исполнении вы видите одну молнию, но я хочу сказать, что каждый из полусапог, вне зависимости от того, какого цвета вы выберете, они предназначены на полную ножку. На полную. Будет очень комфортно. Совершенно. А вот в моем случае у меня две молнии. Это вариант черной обувью, да? Вот сейчас я вам покажу, пожалуйста. Вот, это обувь моя. Моя обувь больше подходит для обладателей высокого подъема. Я думаю, им будет более комфортно ее одевать. Вот две молнии, обратите внимание. Мне именно кажется, что благодаря этим двум молниям как раз и будет вот этот максимальный комфорт достигнут. Да. Да, замечательно. Но при этом, смотрите, уважаемые телезрительницы, конечно же, обувь очень элегантная при всем при этом. Да вы посмотрите, какой красивый носочек, какой великолепный каблук, который, конечно же, сделает вас очень элегантной, очень ухоженной, да, очень такой утонченной особой. Действительно, вы можете комбинировать и с юбкой, и с платьем, и с брюками. Я думаю, что это идеальная обувь для осени. Я уже хочу приобрести себе вот такие черные подходящие обувь. Абсолютно подо всю одежду, да, под любую сумочку, универсальный цвет. Причем они так декорированы здесь, так вот эффектно, переливающийся такой, смотри, принт здесь идет. Ну и, конечно, давай подведем итог, Оля. Конечно, замечательные полусапоги на каблуке Марии, которые выполнены из искусственной кожи, и не надо этого бояться ни в коем случае, потому что действительно это потрясающий материал. Высота каблука 5 сантиметров. Да, это очень удобный, очень устойчивый каблук. Ну и, конечно же, на подкладке у нас баечка и хороший размерный ряд. Хороший размерный ряд от 36 до 41 размера. Цена премьеры 2190 рублей. Это та цена, которая действует всего несколько дней. Спешите приобрести себе такие удивительные, красивые и очень теплые. Звоните, заказывайте. Мы работаем круглосуточно. Наши операторы ответят на любые ваши вопросы. Будьте грациозными в обуви Марии.